Поработаем, дорогие мои, с таблицей для восстановления зрения. Такая табличка, где шрифт все уменьшается и уменьшается, позволит отслеживать нам скорость восстановления зрения, способность фокусировать зрение на более мелкий текст. Вы можете просто сделать ее самостоятельно, можете взять та, которая в комплекте у вас. Как мы будем работать? У кого раньше зрение было ослаблено вдаль, близорукость, вы держите, пожалуйста, табличку на расстоянии вытянутой руки. Найдите ту строчку, которую вы видите четко, а та, которая внизу, начинает расплываться. Причем вы можете разобрать, что здесь написано, но она расплывается. Последняя строчка, которую вы можете разобрать буквы. У кого раньше зрение было плохо вблизи, то, что называется дальнозоркость, пожалуйста, на близком расстоянии, примерно 25 сантиметров, поставьте и каждый день держите. Широкое расстояние между большим пальчиком и кончиком мизинчика, поставленный к переносице. Какую строчку вы видите четко, которая внизу начинает расплываться, последнюю строчку, которую вы можете разобрать текст. Если ваши глазки разные, больше чем одна диоптрия разница в зрении, тогда один глаз закрывайте, найдите для него нужную строчку и для другого тоже нужную строчку. Как мы будем работать? Искусственно повышать настроение. Где взять хорошее настроение? Рефлекс нашего тела. Расправил плечи, улыбнулся, побыл в этой позе 30 секунд, кровь начинает бегать, автоматически настроение повышается, работа внутренних повышается, острота зрения немножко становится четче. Вы глазками по той строчке, которой у вас есть ориентир, влево-вправо делаете движение, чтобы не было концентрации на одну строчку, на одну точку, чтобы глаза были расслаблены во время движения, не расслаблены. Искусственно повышая настроение, делайте им тренировку, потом отдых. Опять через настроение активизировали, взбодрили свое зрение, тренировка, потом отдых. Начали. Расправили плечи, ярко зажгли улыбку и побудьте в этой позе буквально 30 секунд. Поставьте перед собой на нужном расстоянии табличку. Найдите нужную для себя строчку. Кто работает или обоими глазами, или одним глазиком, дорогие мои. Нашли строчку и, ярко улыбаясь, автоматически вызываем более повышенное настроение. Начинаем влево-вправо скользить глазками по строчке. Начали и раз, два, 30 секунд, три, четыре. Купая себя в положительных эмоциях, пять, шесть. Привыкая к положительным эмоциям и наблюдая, что происходит с организмом, когда ваше эмоциональное состояние больше, лучше, ярче. Влево-вправо, восемь, девять, десять. 11. И в какой-то момент времени, раз зрение улучшается, сразу поднимаем руку, запоминая эмоциональное состояние. 12, 13, 14, 15, 16, еще 17. Влево-вправо по строчке. 18, 19, 20. У кого-то близко, у кого-то далеко, у каждого свое. 21, 22. Купаем себя в радости. 23, 24. Осанка, улыбка вызывает рефлекторную радость. 25, 26, 27, молодцы, 28, 29, 30. 5 секунд отдых для нашего зрения. Расслабляемся. А сейчас снова. Можно немножко поменять угол освещения. Нашли нужную строчку, расправили осанку, улыбку. И 30 секунд купаем себя в положительных эмоциях. Когда вы расправили плечи, ярко улыбнулись, чтобы глазки тоже улыбались, рефлекс, настроение становится лучше. И в этом состоянии тренируем свои глазки по этой строчке влево-вправо. Когда увидели ее четко, можно спускаться вниз и тренировать на уже более мелкую строчку. Поехали. Влево-вправо. Раз, два. Купаем себя в положительных эмоциях. Три, четыре, пять. Купаем себя. Шесть, семь. Тренируем зрение. Восемь, девять, десять. На положительных эмоциях. 12, 13. Закрепляя, повышая. 14, 15. Молодцы. 16. 17, еще влево-вправо, 18, 19, купаем себя в положительных эмоциях, 20, 21. И тренируем по этой строчке, что в легком тумане, свое зрение на положительных эмоциях, 22, 23. Когда стало четче, поднимаем руку вверх, 24, 25, молодцы, 26, 27, браво, 28, 29, 30. Опять 5 секундочек отдых, расслабление. А сейчас, дорогие мои, еще разик. Расправили плечи, зажгли улыбку, поставили табличку и начинаем влево-вправо. Раз, два. Через осанку, улыбку вызываются положительные эмоции и скользим глазками влево-вправо по этой строчке. Четыре, пять, шесть. Радость, купаем себя. Семь,
8, 9, вызывай нужный рефлекс зрения. На положительных эмоциях он закрепляется и становится четче. И привыкаем, через радость привыкаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, радость, 14, 15, и еще удовольствие, 18, 19, 20, 21, 22, 23, еще радость, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. На положительных эмоциях рефлекс потренировали и дадим отдых для наших с вами глазки. Разогреваем свои ладошки, чтобы они были горячие. Немножечко можно даже хлопки сделать, дорогие мои. Очень хорошо. А сейчас кладем пальчики друг на дружку, кладем пальчики на лоб, ладошками закрываем глазки. Под глазками тоже ладошки расслаблены. Глазки расслаблены под ладошками. Сделаем легкий короткий вдох через нос. И выдох. Вызываем автоматическое рефлекторное расслабление глаз в темноте, в теплоте. Легкий короткий вдох через нос. На выдохе все мышцы расслабляются. И выдох. Как-то расслабили тело. Расслабьте мысли с помощью воображения. Представьте себя, дорогие мои, на курорте, в отпуске. Небо бескрайне голубое. Простор. Что вы чувствуете на природе, как дыхание ваше глубокое, расслабленное. Очень хорошо отдыхаем, расслабляемся. И теперь добавьте еще и эмоции тоже, настроение. Если руки устали, их можно опустить и отдохнуть, дорогие мои, закрытыми глазками. Полное и расслабленное. Настроение абсолютно свободное. Спокойствие. Кайф. Очень хорошо. Еще 10 секунд. Сейчас, дорогие мои, откройте глаза улыбки. Посмотрите свою табличку. Посмотрите, как сейчас ваше зрение на нужном вам расстоянии. У кого-то на далеком, у кого-то на близком. И если ваше зрение стало лучше, оно стало немножко лучше, поднимите руку вверх, запоминая, после каких упражнений, при каком настроении ваше зрение улучшается. Желательно вот эту табличку, работу с табличкой на положительных эмоциях трижды сделать. Спасибо вам. Здоровья.